Так, у нас враги с севера подтягиваются. Значит, одна север где-то занимать позицию. Вон они летят, походу. О, и машинка как раз едет, да. Надо, в общем, брать какую-то пушку с оптикой. Полуавтомат. Да. Оф. Ранил его в ногу, прикиньте. Переполик с оптикой. Это очень грустно, блин, и скучно. По-задротски, так я бы сказал. Иди, там тачка пролетел, видели, на скорости просто. Задымляют типов, будут резать. Вон он, Гукс. Пошел, пошел. Так. Позицию бы сейчас сменить, было бы вообще не ошибка. Да, надо менять. Одолжу у тебя, Карл Густав, немножечко. Если ты не против. Гранатки, если есть, вот хорошо. А, кого-то взорвал. Кто-то, походу, своих друзей там оживлял. Поискать позицию получше какую-нибудь. Я не вижу. Не попал? Там текстура, что ли, окна? Ой, хера, не попал по нему. На, друг. Теперь точно попал. Отсюда. О, а что тут там посмотреть? Без оптики будет веселее. Не, без оптики грустно. Раз. Давай второй. Бля, кто-то у меня. Дорогу перебежал. Тороплюсь. Готов. Так. В этом доме очень дофига народу. Им прокину, что загорится на него. Раз. Так, так, так. Ну, теперь он точно знает, где я. Точно за мной придет.
Союзники ко мне подошли. Убил нашего. Валпини, блять, я его не убью с этой херни. А вот с этой убью. Оф. В смысле? Так. Надеюсь, выложишь? А, не знаю. Но если сейчас вот нормальные будут такие моменты, как сейчас, могу выложить даже такое. Это реально неплохо. Хоть какая-то арма, чтобы была на канале. Раз пока нет возможности поиграть СГ. Блин, я устал, у меня ж труба за спиной. Давай. Бля, прям подо мной кто-то. Не пробило стекло? Издеваешься, игра? Готов. Тот сейчас снайпер, который у нас в халате, скорее всего, придет за мной, потому что он знает, что я тут. Может меня гренами тут закидать. Николай, здорово. О, один хер. Странно, что я, видите, вот стекло разбилось, вот это стекло. С первого раза я... Еще одна граната. Вот он пришел. Пришел убивать меня, видел? Возможно, пофармим еще фражиков. Калаш стреляет. Готов. Он тут еще пошел, мне показалось. Вот там. Это другалек. Хорошо. Сколько там у меня счет-то уже? 20-0. Хорошо, идем пока. Там еще банда целая сидела. Злые. Может, Эдди увидит, поможет мне, посмотрим. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.